Привет, дорогие друзья! Снова с вами я, Константин Талах, и мой блог «Born to Travel with Talach». Дорогие друзья, я веду свой репортаж с Исландии. Я продолжаю свои путешествия вокруг сказочного острова Исландия. Мне удалось высадиться на втором по величине острове Хирсей. Географически этот остров находится в устье Эйафьорда. Площадь острова 7,5 квадратных километров и длина тоже 7,5 километров и 2,5 километра в ширину. Самая высокая точка этого острова находится на расстоянии 110 метров. Невысоко. Находится охраняемая природная зона, природный заповедник, в котором проживает более 40 видов птиц. Убийство птиц полностью запрещено на всей территории острова, впрочем, как и собирание яиц. С тех пор, как в Исландии появились первые поселенцы, Хирсей был все время обитаем. В конце 19 века на острове Хирсей был построен завод по обработке рыбы. Население острова Хирсей оказывается достаточно многочисленное. Здесь проживает постоянно 180 человек. Как оказалось, я сейчас нахожусь на южной части острова, где и находится поселок. Северная часть острова отдана промышленности. Жить
жители острова не платят за горячую воду и отопление, потому что отопление острова происходит из геотермальных источников. Надо же, выговорил с первого раза. Очень похоже на здание школы. Хрисей, Исландия, 2020 год. Специально для блога Born to Travel with Talach. Со мной. Очень любят цветы. Это супермаркет и почта одновременно. Он сейчас закрыт, но есть такая услуга. Вот стоит вот такой шкаф. Если его открыть, то здесь можно взять всякое разное, воду и все. Все построено на полном доверии. Страна победившего коммунизма. Подошла к концу моя экскурсия по второму по величине острову Исландии Хрисей. Очень миленько, очень чисто, очень приветливые люди. Все с приставкой «очень». Спасибо, Хрисей. Специально для блога Born to Travel with Talach.